Пацаны, всем здорово, с вами я, Раски Рыболов. Сегодня мы были на рыбалке. С нами был Жека, Серега. Рыбалка уже закончилась. Вот решили, забыли записать до вас приветствие. Сейчас мы дособираем жерлицы и идем домой. А вам приятного просмотра. День сегодня получился хороший. Так что смотрите видео. Ой! Есть? Опять изо рта. А, нет, есть. Сидит? Ага, я думал, я изо рта. Ага. Вот у нас вторая клюква. Видишь, она сейчас захватила и пошла. Какая вот только вторая. Фига она. Мощно. Я вот вижу. Нормально. Если мы будем. Давай херач с ним. Не торопись, Адора, в тот раз. Я знаю, я вот и думаю. А если наоборот опять? А если она идея после второй перемотки надо. Так она уже была вторая. Вот эта. Да? Она, вот она стояла и пошла. Ну есть что-то. Ну хрен. Это не Натан. А, ну да. Опускать будешь? Ну, так, ты снимаешь? Да. О-о-о. Ну а что он прям дует в это? Лишку сматывает, да? О, вот это нихера. Нифига она мотает. Почти вся леска, Вадик. О, сейчас дождемся. Да, ну тут не кажется. Вот, судя по тому, как крутит на килошку. Возможно, где-то так. Ты знаешь, ты чё. О, пошла. Охренеть он так. Она уже херачила. Почти конец. Да что она уже под... Метров 5 осталось. Он конец слезки ждет. Ну ты там долго. А если там будет красиво? Но справлять все равно нужно будет. Так что можно. Все, уже лески практически нету. Давай. Сейчас, пусть еще раз пойдет, я подсеку. Да, она уже все. Подразнитла. Да, она уже заглотила, это понятно. Сильно как она шла. Ну ладно, сейчас. Раз. Хорошо? О, как тебя. Тихо. Я ее просек или нет, я не могу понять. О, хорошо, так-то идет. Леска трещит. Я не понимаю, она как бревно. Ой, нифига уже трещит. Вот это жестко. Бляха-муха, нихера, вы ее видите? Ебашка! Да, Серега все сам будет делать. Молодец. Подождем. Ну, как заходит? Жерлицы свои. Антон. Смотри, идет. Пойдешь, да, тянет. Красавчик, Серега. Стой, подожди. Подожди еще. Может, это ротан? Достанет, а потом нет. Будет красавчик. Нет, не может. Это щук. Возможно, это ротан. Щука. Будем надеяться, что это щука. Не, я не буду. Серега с работы, а мне нет. У меня? У меня не было ничего. У меня тоже. У меня тоже. Ну что, подсекать-то будем? Нет. Что? Я знаю. Есть? Да. Не хочешь расстреливать? Трогай. Да там вроде ротана-то и нету. Нет, сидит она. Нет? Да. Ну что, может, подсекаем? Нет. Рано еще. Блин, нихера там тяжесть-то. Будет угар, если да. Откусит. Не дергайте, тогда подожди. Ну, сейчас он поймает больше. Вадик, глядя, она тоже долго сидела, забахнула. Так, погоди, Сережка. Будете выжидать 10 минут. Я тебе говорю, давай, это груза. Сережа. Есть? А, есть? Есть? Легче тяни-то, есть? Или нет? Есть. О-о-о. Какая крупная! Пацаны, сейчас опять поклевка. Серега, нас там только. Серега, зачем так делать? Блин. Вот это я понял. Жор пошел. Серега, если ты еще одну поймаешь. Уйди! Я не верю! Есть, там есть тяжесть. 10 метров! Может, все-таки подсекем? Я просто долго сейчас стою. А там еще моя где-то стоит. Да. А там вон моя как раз таки прям на перекос. Не, вон моя она. Ближе. Не, ну моя прям на перекос. А вон видишь, там моя стоит. Ну что, давай.
Давай уже потекаем, я не мотаю. Там есть, отвечаю. Хотя пошла. Есть, все, потекайте. Потекайте. Если считать вместе с летней, то давай вторая. Еще минутку подождем. Если она... Да ты какой минут? Да. Еще дернуло. Ветер дернул. Да нет, не ветер. Че, Серега? Иди, Антон, так и иди. Вот скажи то, что это щука делает, да еще? Конечно. Конечно, щука, ты что? Ну я думаю, все. Ну мне кажется, точно такая же вот. Подтекай. Нет, минута уже прошла. Да. Ой, что ты гонишь? Ну-ка, тебя бы кинуло, ты полчаса бы стоял, точно говорю. Ну если бы на такую, нет. 10 секунд, и Серега подтекает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все, их не слушай. Восемь. Девять. Ты паскуда. Подсекай сюда. Есть? Есть. Берем. Пацаны прибежали. Сереге сейчас сработочка произошла. Возможно, это холостая, возможно, нет. Скорее всего, мне кажется, холостая. Хотя, черт знает, у Сереги тоже поначалу не моталось. Ну, если там точно такая же. Я буду сейчас. Ну-ка. Да и я попробую просто потёгать. Ой, пальчик. Пальчик не надо. Да. Есть? Ладно, пацаны. Есть вроде. Да нет. Да! Я говорил, сидит. Первый раз не было. Я не знаю, я типа повернулся, ну тут сработал. Ну лески дофига начали, да. Может, она просто там села, не мотала. Села не так. Давай, давай. Да, я даже тебе в литочку потолкнул немножечко. Это? Ну какая-то тяжесть, хер знает. Я на ценах слабенько. Ну может, сейчас опять выход выйдет. Может, как умеет. Все, нет? Я думаю. Давайте уже достанем. Она пошла сейчас как раз. Во-во, кстати, да. Это... Она, скорее всего, сейчас заглотила. Нет, я не поймал. Я не поймал. Ладно, тянь. Ну все, давай. Да, там по-любому она есть. Я прям чувствую. Давай потекаем. Она прям капец тяжелая. Ну там тяжесть есть. Ну, мне кажется, опять мелкая. Ну, такая. Ну, да. Может, такая. Да может, вот как у Серёжки. Вот как у Вадика. Ты не выживешь после этого. Ну, там... Булонку не влезет. Ой. Ну, ещё лучше. Меньше, чем у меня. Ебой. Кто в моего, вот ты не веришь. Вот, пацаны, поймал вот такую небольшую щучку. Ну, всё, продолжаем рыбалку.